Я прилетел вчера из города Москва, города, в котором прямо сейчас, прямо в эти минуты происходит очень важная и довольно стрёмная движуха. Так вышло, что когда такая движуха в нашей стране начинается, артисты, в том числе рок-артисты, они делятся на две группы, на две категории. Первая категория прячет свой язык между булок, боясь потерять кусочек хлеба, боясь рассердить кого-то наверху, ну и, в общем, ведет себя так себе. А вторая категория, она, конечно же, минимальная, она небольшая, это артисты, которые продолжают называть вещи своими именами и в творчестве, и не в творчестве, в самых разным способом доступными им. И есть одна группа, которая никогда не боялась называть вещи своими именами. Эта группа... Это группа, которая не боялась и не боится. Это группа, в жизнь которой недавно пришли довольно серьезные деньги, и эти деньги эту группу никак не изменили. Это группа, которая помнит, для чего существует рок-музыка. Рок-музыка существует, ну, помимо того, чтобы дарить нам развлечения, рок-музыка существует для того, чтобы напоминать людям об идеалах, а государству об обязанностях. И за все это эту группу обожают во всем русскоязычном мире. У них невероятно длинный тур, они собирают огромное количество людей и на Дальнем Востоке, и в Западной Украине, и в Израиле, и, конечно, в Белоруссии! Друзья, я горжусь быть здесь. Я горжусь первой группой на сцене фестиваля «Рок за бобров» представить главную панк-группу России прямо сейчас. Порно!